Крылья Советов обыграли клуб «Луч Энергия». Красные крылья проиграли столичному ЦСКА. Лада проиграла казанскому Акбарсу. В понедельник в турецком Белеке «Крылья Советов» обыграли команду «Луч Энергия» из Владивостока в матче за 7-е место Кубка ФНЛ. Основное время завершилось в ничью 1-1. На 53-й минуте нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко открыл счет, но уже на 67-й минуте защитник самарцев Максим Полиенко поразил собственные ворота. Отдельно ему за это спасибо. Согласно регламенту турнира, сразу после истечения основного времени были пробиты пенальти, в которых самарцы оказались точнее. Счет встречи 8-7 в пользу крыльев. В воскресенье красные крылья в Самаре в матче единой лиги ВТБ принимали столичный ЦСКА. Начало встречи полностью осталось за москвичами, а хозяева никак не могли попасть в кольцо. Первые очки самарцам принес Виталий Зуев через 5 минут после начала матча. Первая четверть встречи закончилась с разгромным счетом 8-19. К большому перерыву счет стал еще более разгромным – 21-44 в пользу ЦСКА. Тольяттинская «Лада» на своем поле встретилась с казанским «Акбарсом». Тольяттинская команда уже потеряла шансы на попадание в плей-офф, а казанцы могут занять первое место. Гости первыми открыли счет на 13-й минуте. Отличился Игорь Мирнов. Затем в ворота «Лады» влетело еще две шайбы. В ответ Карл Слобода смог забить только один раз на 57-й минуте. В концовке матча хозяева заменили вратаря полевым игроком и за 5 секунд до конца встречи получили шайбу в пустые ворота. Итог встречи 1-4 в пользу «Акбарса».